Те бомжи придут, тоже их агрите. Там войско можете дать, пока они бегут. Дайте им там кольцо льда, там станы, путь вечный на небеса. Пропишите им путевку на тот свет, да? Сегодня вык обычки. Какой-то пидор зашел из пугов и начал включать записи, блядь. У меня сразу паранойя включилась, блядь, пугов не хочу переносить в РК. Какой-то пидор. Ты его спалил? Нет, не спалил, блядь. Поэтому жопа загорелась. Давайте, кто там так насагрил? Паладин, веди мелкий трэш там. Здесь собака там придет, правая, левая тоже агрит танки. Какая ближе будет? Направо сбегайте, ловушку чекните, я налево побегу. Так, слева сагрили. Смотрите, там собаку справа не сагрите только. Так, собаку не агрите, ДК ресните сейчас сразу. Так, реснули. Ну, паладин один, левую, давай левую. Левую агри. И давайте сюда все заходим. Правую только не сагрите, аккуратно. Идемте сразу направо, там ловушку вроде активировали. Два упыря сверху слейте. Надо кому-то ачивка со слизняками, чтобы они не взорвались. Или просто убиваем. Если молчат, то убиваем. У меня вообще ни одной ачивки. Из одного делать это, блин. Сделаем, она несложная. Ну да, первый слизень, короче, появляется, пал его забирает, остальные все на комбу, слизняки на ренжу выходим. Просто второй какой-то паладин пусть побегает, ренжей все. Нет, по одного танка, ну, два танка так все делается. Да, я там скажу, как можно заберешь, понадобится, может, жене. Там кто может тебя скидывать, скидывайте. Ну, бомжей сагрили, назад вернитесь, а там убейте их. А ленточка, Слав. Да? Вроде линкует. Блять, это ровно талик был, твою мать. Почему так происходит? Зачем тебе это? Тогда... У меня талика нету на Элеме, я с часами бегаю. Ладно, давайте все тут фулбаф даем. Хилы ману пить. Эти.
Кто там есть? Да именно мы, но сейчас они быстрее риснут ее. Давайте чек на пул. А стиранжа нужна? Не-не, ну если будет слизень, я скажу там, если, когда надо будет выйти. Давайте, я тоже ДК начинай. Можете раздать. Я сказала Лему, которого снова рост и слава. Сейчас я его найду. Там Фромер Бабл, если крылья не прижил. Так, Фромер, у тебя реги на диван есть, если шо? Именно на диван. Ну, хорошо, а там на следующем боссе скажу, ему же надо будет диван по цели дать, чтобы стаки не суммировались. Там лог тогда кинешь на Фромера после босса СС. Блин, место стань ближе, там что ты стоишь, фибиня где-то. Отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плывется. Ого, да я поэт. Потрясающе. Не-не, не на танка, там по цели надо будет диван кинуть. И давай я, Вань, слышишь? Давай я кину лучше. Руки будешь. Давай. Ты на ком? На экстримке? Да. Ну, тогда по экстримке создашь. Короче, суть очкивые. Первые две споры вносим нафиг среда, чтобы они там никого не задели. Третьи споры бежим к ним сами. Если на вас одна спора или две споры уже есть, ну в смысле стака, вы не бежите. Один стак выживает. Если на ком-то будет два стака, и на него кинется еще третий стак, экстримка по этой цели надо будет дать диван. Именно диван, а не бог. Кровь не нужна никому. Ну, естественно, паладин там на выдохе сакру дашь и ретрики, у кого защита от тьмы стоит, дадите мастер аур. У меня стоит, опять же она. Да, освободи, там, кто там? Где там еще ретрики были, не вижу. А, вот ты где. Фомер, ты что, поставишь эту? Ауру тьмы и дашь мастер аур. Давайте чек на пул. Короче, первые две стороны относим. Ну, как обычно, только первые две стороны относим. Да, без разницы, как там обычно. На 8, значит, на 9 хотите, все равно. Давайте, все готовы, ДК начинай. Можете свои бурсы отдавать, как обычно. Давайте, вышли. Роджер, Вилми, Фаларион вышли. Вышли из рейда. Далеко стали друг от дружки. Да, ты сейчас спорил. Джест, Амнистия и Тоби убежали с рейда. Вышли из рейда. Вышли с рейда со спорами. Че вы стоите? Кто там сова дамажит? Джест, вали нахер с рейда, или там один стоишь, не вижу. Один. А, ну ладно.
Так, вышли споры, вышли. Чтобы возле вас никого не было. Тогда нормально, сейчас у вас будет по одному стаку. У всех, на ком споры были. Вы в метке, ну короче, можете сбегаться, можете не сбегаться. На вас два стака будет максимум. Три метки будет, в эти метки сейчас сбегаемся рейд. Какая метка будет ближе, то и сбегаемся. Там диван не надо давать, так пройдет. Давайте сбежались к меткам. Ну ладно, сак, куда ж там выжим, короче. Давайте по рейнджи встали. Протопал забирает, протопала хильте. Паладин, знаешь, на выдохе сакву дашь, а у такого тьма мастера аура тебя прожмешь. Давай, жмите. Если так кто-то умрет, ничего страшного. Так, добивайте кошака, выпущу, орёт. Надо кому-то. Как и гниломорт. Молодец. Что осталось только газа. Я его... Конечно, везучи, давай не накаркай мне. Только ханту, да? Ну да. Кольцо. Вообще бомж какой-то. Я говорю, пучину одень, блядь, 277-й. Он хуйню какую-то одел. Пучина, она бесполезная херня. Там ДПС будет больше. Так, ну тут ачивка, короче, надо будет. БДК. Вся тактика заключается в том, что ты тачишь, как обычно, в Ере. Зеленый выливается, под зеленую ведешь. Там Войд выберет красного цель, дашь по цели боб. На ком будет боб, вам дадут, на ком будет красный следить, вам боб дадут. Вы просто стоите, дамажите его. Ну и все. Ну а кукла ж не замедляет, соответственно. Курс Тим, тут ничего не стопаем. Рост. На второй фазе можно будет дать, если откатиться. Если нет, то можно и без роста будет убить. Да, сейчас хилы ману отопьют, там подойдем в центр, а ты на ману дашь им. Сейчас двух шаманов ждем и будем начинать. Так, шаманы, подходите. Тоби, подходи. Тоби, пизда. Thank you.
Изи тут. Давайте чек на пул, там хризи, интоксикация. Давайте спулили, пей куку. Сразу в зеленого переключаемся. Что-то я ничего не чувствую. Что? Да, все в зеленого. Можете раздать. Все давайте РДР красного, слава, готовь боб по цели. Джесто. Стой, все, дамаж. Давайте все на центр, сейчас будут зеленые. Только пельмени сейчас будут лететь, скоро готовьтесь. Пельмени. Давайте сразу в зеленого. Паладины, на следующую цель красного, да. Боб, дадите там кто-то. Ваня, вы на ком? Проф. Давайте ничего не столько пойти, просто бейте. Посмотри, красного боб дадите. Как вишенка. Ой. О, дайте кто-то гимн на ману, что-то всю ману смотрит. Дайте гимны на ману и по красному. Так, Роджер, Боб, все, стой, дамаж. Ты в профу. Пойду его види сразу. Все, потом можешь забирать там 3 стака. Можешь к выходу уже вести к двери. Керца, ты в лужах стоишь, что ли, пока, да? Нет. Может, зависла. Литурат, копия. Все, добивайте. Молодцы. Колба надо кому-то. Два завоевателя.
Так, ну давайте танки тут хилы, тут таглите, через советника играйте. Хотите попробовать настоящую эльфийскую магию? Давайте стоимся внизу, там танки какую-то пачку агрить, только лишний трэш не сагрите по центру, с левой стороны агрите и вниз тащите. Так же самое через советника будем играть. Танков хильте, БДК в контроле, не сорвите, агро бейте точечно. А потом бейте, у кого меньше хп, то вы сливайте. Так, сагрили вторую пачку, так же самое через советника. Два танка в контроле, аккуратно, дайте станы, массовые там, точечные. Так, ну давайте, тут тактика простая, на вихре разбегаемся, БДК на двоих, протопал на одном. И когда будет через это протопал тачить, экстримка, дашь первую капельку на протопала. Я скажу, кто там, хломер, дашь вторую каплю на протопала, вот я ему скажу. Давайте пока чек на пул, там ману пейте. Охотник со мной на кинетике, остальные все бейте боссов. Так, Фромер по команде, дашь каплю на протопала.
готовьтесь, я готов, вы танки начинаете. Смотрите, там толдорама на пола не будет, бейте аккуратно, дайте там 5 секунд на агро. Дайте сразу дистанцию между собой, хилы РДД. Ачивка проходная, если шоу падать не будем. Там и в гере можно сделать. Там 5 секунд не бейте. Все, вливайтесь. Дайте килисет забрать там. Килисет бегает, что там? Вихрь бежим. Насладитесь болью. Моя чаша полна. Ну, заберите килисета средства. Прольется кровь. Точечно, сферки не бейте. Агро, агро. Разбежались. Бежим. Протопал, дашь срезку прям, если на тебе сейчас киль будет. Киль, дай срезку. Так, теперь клык отдавай. Клык отдавай. Экстримка, давай каплю. Пружинка там за тебя. Да, второй ретрик, давай каплю быстрее. Ну ладно, так, сливайте, не пропнуло чуть. Добивайте толдорама. Что там сразу кирисы-то не забрали, что там было? Набрал игру, скорее всего. Ну это проходная ачива, она еле делается легко, что падать не будем, чтобы время не терять. Она несложная, она сама по себе делается. Тут сфер не было. Там хаканду только в принципе надо было, ничего, он еще ни одного ссылка будет играть. На хила надо как будто? Искусить. Наручи на танка. На танка надо кому-то, нет? Квест на шеем делать. Так, ну давайте амнистии левого, альтея правого. Давайте, амнистия, альтея, подходите. Все можете контролить. Да, мы в советника будем играть, сейчас он спустится. В печеньку все. Потом тактика под советником. Там большого мага можно будет сыграть. А телеку меньше хп этих и бейте. Да кто помнит на прошлом КД профом мы с одним красным перевели или тоже с двумя? Идем типа наверх. На, вот еще один. Там где он у тебя африкует, или чаш, чтобы спекнуться. Отойду, телефон звонит.
Так, давайте, суть ачивки. Надо, чтобы вас один раз укусили, второй раз не укусили. Сейчас нафиг очекну. Так, ну давайте, короче, все тут, смотрите, кого кусать не надо. Идем на правую сторону. Тех, кого не надо кусать, направо. Тех, кого кусать надо, идите налево. Идите налево, кого кусать. Те, кто гей, кусайте. Ну, а те, кто ей, те, кто кому все равно, свой. Можно по плану встать. Посмотрите, кого надо кусать. Тоби надо будет укусить, и кого еще? Ну, походу только Тоби надо, ачивка тут и все. Его надо, короче, будет укусить. А, так, кто у нас тут? МЛМ. Короче, ДПСить не будем, пусть Тоби укус поймает и все. Смотрите, что по бафам нам не хватает. Чек на пол. А кого кусать не надо, идите направо. Кого не надо кусать. Кто за Сталина налево, кто за Ленина направо. А кто ни за кого? А кто гей? Тот к Войду. Так, короче, надо будет укусить только Тоби и все. Давайте, чек на пул. Сову не укусить, Аркона и все. Поставлю на него крестик. Так, сторожила тут. Давайте, все готовы, танки на позицию. Только Роджер бьет. Роджер, иди бей, начинайте танки. Это было неразумное решение. Да шо, не, иди бей. Все, можно остальным вливаться. А, Тоби, да, Тоби. Так он сказал, ему не надо. Экстрим как пусть, что Тоби, он с левой стороны там стоит, дамажит. А, не, он сказал, что не надо, очевидно. А не надо? Странно. Тоби, тебе не надо, там напиши. Да, ну все, просто бейте, короче. Потом налево пошел, что думал, ему надо будет. Главное, крестик не укусите, ему походу ачивка надо будет. Все равно. А, ну тогда просто играйте, кого хотите кусайте. Крестик кусните. Вот это так и оказалось. Никого не за Сталина, не за Ленина. Все за Порошенко. Да, я тоже так думаю. У нас следующая цель там антифир киньте присты, если сможете, если там не вар. Сатаралера. Отходите от пуш. От хилов в центре ушли, набрали реджо между собой. Thank you.
день поешь прям. Ой, тебе багруха. Сотка. Хоть не зря упала. Опять два завоевателя. Дайте инархипалу звездочки. Танки тут можно, короче, пулить. Выманите их сюда, и мы вам поможем. Это заклинание еще не готово. Дальше РДД звездочку, мелики печенька, только с файтами аккуратно, чтобы лишний трэш не сагрить. Кстати, РД звездочку бейте. Ну, те, так же самое, РД звездочку, мелики печеньку. Давай, протопал в толку врывайся, ДК тащи по одному. Мелики в одного играйте, РД там массами сливайте. Вас сольете, можете остальные пить мелики. До свидания, теперь можно эмиликам помочь. На вальке отдавайте свои бурсы, они вам не понадобятся до синдры. Сейчас прибудет ее подкрепление, нужно с ней быстро покончить.
Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного. Жалкие невежи. Я влеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Страшно сражались с плетью. Да благословит вас свет. Не дайте. Впереди вас ждет много опасностей. Постарайтесь сохранить все части тела. Что? Что я наделал? Нет! Так, у кого там хил есть? Там ДЦ надо и один Эршам хапал. Давай, Роджер, спекайся. Ну весь там ДЦ, хули приступ кого-то, Эрдру. А, Эрдру там был у кого-то, тоже спекайся. Так, что по тактике? Получается, приправка есть диска у кого-то же, да? Ну, диска приправа есть у кого-то? А, есть 14 штук. Угу. Короче, смотрим. Будет, по-моему, 6 порталов всего. Сколько там, не помню уже. Смотрим метки. Фукасаку звездочка, Калик печенька, Войд ромбик и Роджер трусы. Так, сейчас я что-то другое поставлю. Квадрат. 4 метки. 4 метки будут ходить в порталы. Если увидите, что возле портала эти метки или эти люди, портал не занимать. Идете в другой портал. Будет еще 2 или 3 обычных портала. Они появляются милики. РДД, сразу бежите к ним. Надо закрыть 6 порталов. Ну и вот так вот. Все порталы должны быть закрыты. Порталы у хилов не воровать. Дайте столик, Мари. И шкафчик дайте. У меня уже достаточно таких предметов. А, ты тоже хил? Куда с нами полетаешь? Я забыл от тебя. Так, и трусы еще. Дай шкаф, интоксикация. Отметим на сумму. Вот, да, раз, два, три, четыре, пять человек. Прямо что кто-то шестым будет ходить, смотрите сами. А, 8 порталов? Угу. Ну да, будете 30 хрить портала еще левых. Так, давайте, все тут, чек на пол. В порталах за Робиком, летайте за Войдом. Так, ну давайте, все готовы, идем пулить. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Вы там сами будете смотреть, когда подавление бить, когда то бить, когда то бить. Главное не умирайте, там 2 эрдру на рейде. Подавление играйте. Залечите мои раны. Смотрим, сейчас порталы будут. Идемте, дальние порталы. Ближние порталы. Если хил есть, портал не занимать. Так, ко мне я зайду. Смотрите, чтобы 3 портала были закрыты. Заходим. За ромбиком летаем, там за Войдом. Если там будет ачивка, короче, линковаться провалена, то она там неправильно работает, все нормально.
Смотрим, порталы сейчас будут. Идем порталы занимать. Если видим из портала хила нету, заходите все равно кто-то. Давайте за Войдом летаем, где он там. Тут без роста, так будем, наверное, хилить, посмотрим. Идем к порталам, я самый дальний займу, там возле выхода. Давайте заходим в портал и летаем за Войдом. Портал, зайдите быстрее. Что там, зашли? Да. После выйдем, дам рост, там гимны споете, на хп там за хилем успеем. Там процентов 8 осталось. 15. Дайте гимны на хп. Хил, РД, милики, валите к порталам, если выйдут, вы зайдете. Хилы хилим. А, все, дохилили. Молодцы. Квест берите. Берите квест, на низ не идите. Три хила, как на ребре были, также будут три человека хилить, остальные будут спекаемся. Одного танка, Вань? Да, не, ну после трэша спекаемся, после дракончиков. А так БДК будет танчить. Сам я понял. Может, как в прошлый раз? Тапки. Не. Грудак. Такую же магию одевают, да? Да, там. Чёртова ступенька. Сейчас, у меня 15 секунд, когда спускайтесь там, идите к Синдре.